Руководители представительных органов муниципальных образований на разных субъектах России оценили опыт Якутской городской думы по вовлечению граждан в решение вопросов местного значения. Сегодня в окружной администрации состоялось третье рабочее заседание Координационного совета Союза представительных органов России. Гости ознакомились с механизмом взаимодействия местного самоуправления депутатов Думы с жителями Якутска. Участники заседания выступили с докладами о реализации федеральной программы по благоустройству и комфортной среде. Также представили проект народного бюджета, по которому за 4 года реализовано более 170 социально ориентированных и общественно значимых проектов. В принципе, в Якутии есть свои вопросы, скажем так, и по погодным условиям. Да, у нас в Крыму немножко легче, потому что мы дольше можем заниматься асфальтированием, дольше можем заниматься благоустройством прилегающих территорий, там, парков и скверов. А так, в общем-то, конечно, приятно видеть, как люди взаимодействуют, как вовлечение граждан, проживающих здесь в Якутии, как они, скажем так, высказывают свое мнение и сами являются участниками процессов по формированию своей комфортной среды конкретно в своем дворе или в своем парке или сквере.